Это Борщев. Преследую преступников. Запрашиваю подкрепление. Их медом не корми. Тут ваш муж с друзьями. Похоже на всю ночь. Дай только стопку-другую. Уголовных дел раскрыть. Пустим Тезу, поставим наружку у больнички. Ты шпионов не наигрался? Покрепче есть что-нибудь? Да вмазать. Паре-тройки бандитов. Почему каждое дело, связанное с вашей группой, заканчивается пьянкой? Но их методы начальству не по вкусу. Коля, а что за подстава-то? Я думал, я имею право. Если хоть кто из вас попадется пьяным хоть раз, уволю всех. Ладно, переходим к плану Б. Ты расслаблен. Твое тело становится ватным. Здравия желаю, товарищ полковник. После пробежки сидит. Чувствуешь, как прям совсем другим человеком. Что это с ним? Да страшный человек, когда трезвый. «Борщи». Премьера с понедельника в 20:00 на НТВ.